сука, они почему в таком виде, то есть первая сука, средняя возрастная группа от полутора до трех лет, а вторая сука, старшая возрастная группа, тут уже до 10 лет, данный экземпляр 9 лет. Единственное, что хочу сказать, великолепно сохранилось, просто великолепно сохранилось. И, ну, 70 лет у нас у всех зубы не ага. Вот. Зубы немного пожелтели. Ну тут возраст сказывается. Так, до этого все представленные собаки как будто блендомедом зубы чистили. Ну то есть белоснежные зубы без намека на кариес. Значит, ринг великолепный. Обе суки. Ну, во-первых, квадрат приближенный. Формат приближенный. Квадрат. Богатые породные одеты. С великолепными головами. То есть, конечно, не как у кобелей там. Здесь вообще великолепно. Просто великолепно. Я восхищен вот этой сукой. Просто великолепная голова. Некоторым кобелям вот такую голову. Вот. Хотя, сука. Ой, мама. Вот это я не видел. Тут и потомство у нее уже. Иконостас. Полностью я имею в виду классных потомков. То есть потомки имеют дипломы второй степени у нее. То есть, ну во-первых, интерьер великолепнейший. Обе штуки получают оценку отлично. Вот. Здесь вот в этом случае выискивать пятна на солнце, что-то говорить о них было бы глупо. Великолепные суки, великолепные представители лаек русско-европейской породы. Но. Есть ко мне вопросы? Нет вопросов. Так, старшая возрастная группа награждается кубком, кружкой и мангалом. Я вас поздравляю. Аплодисменты! Поздравляю. Ну ничего, путники привычные. Поздравляю. Так, Женя!